Здрасте. Привет всем. Ну что, в прямом эфире? Давно не встречались. Я в наушниках, поэтому слышать себя со стороны не буду. Буду как на студии с вами разговаривать. Если буду, кстати. Привет. 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 Настроение, погода. Ну, они обычно, да, все начинают разговаривать сразу. Такая мне нравится. В меру прохладно. Но еще можно заболеть, конечно. Я тут подумываю просто по поводу 25-26 числа. Концерта в Вене. Который будет с оркестром как раз. О благотворительных тоже историях. Вот, и будет такой очень большой, интересный концерт. Я там буду петь 5-6 произведений. Вот. А погода прохладная, не погуляешь, потому что опасно. Можно заболеть. Я тут 2 вечера пытаюсь как-то выбраться на улицу. Вот, ну, рисково пока. Вот. А по поводу концерта в Вене можно будет узнать, уже где-нибудь прочитать, посмотреть. Холодно, согласен. Ну да, но все равно в этом есть что-то очень такое приятное уже. Стык какой-то межсезонье. Интересно. Все по себе. Время года. Вот. Я на стройке. У меня тут в районах ведется стройки всякие разные. Я тут прогуливаюсь иногда. Ну, сколько позволяет территория. Так, да, всем привет, всем привет. Когда будут уже другие музыки? Вы знаете, просто все не получается успеть. Еще нужно и восстанавливаться, и как-то отдыхать, и каким-то образом. Я не знаю, еще же бывает вдохновение, правда? Мы о нем сегодня спорили, говорили долго. Вот что это такое за штука. Вот, ну... Ты же еще как бы о чувствах, правильно? Ты все равно как бы о там, музыке. Это не замесить тесто. Хотя какие-то законы уже давно известны. Просто нужно быть в настроении, нужно приехать на студию, чтобы хотелось что-то исполнять. Помимо этого нужно еще что-то придумать. В общем, очень много факультативной работы, которая как основа, фундамент ложится. Вот, какие-то идеи, фантазии, потом это все устаканивается, и уже можно идти к своим прекрасным друзьям, единомышленникам, что-то делать, что-то писать. Вот. Пытаюсь что-то ухватить. Как справиться? Я не успел. Неделимые монтируются. Скоро выйдет совершенно скоро. Забавные какие-то вы прям. Героиня, главное, тоже узнаете. Это очень такая большая сейчас в индустрии. Актриса, модель. В общем, сейчас это никак не зонируется, то есть это как бы сразу человек, оркестр, так сказать, в данном контексте времени звания очень быстро даются. Вот. И она действительно очень большая, очень интересная, очень такая талантливая и форменная, вот, что немаловажно, конечно. Поэтому... Я не считаю себя самым лучшим совершенно. На сайте Крокуса история такая, что пока билеты только на сайте определенном. Вот. Евгения Филькенштейна. Вот это все будет скоро уже. Доступно, я думаю, в скором времени. Ждем в Челнах.
Да, наконец-таки я туда доберусь, наверное, надеюсь. Все-таки. Фильм «Герой» — это твой первый опыт в кино? Ну, скажем так, полный первый. Да. А, по поводу городов, пожалуйста, есть расписание на сайте, можете там посмотреть. Так, меня не интересуют на самом деле моменты, связанные с приветами. Из городов, в которых я был только что сейчас, потому что мы там наобнимались, мне кажется, очень вдоволь совершенно. Вот, и очень, очень здорово провели время, я думаю. Благовещенский. Я бы туда, конечно, еще собрался разок обязательно. Потому что, когда уезжаешь туда, в те края, есть ощущение, что ты уезжаешь далеко. Вот. И даже немного на другой континент. Вот. Я обожаю такие перемещения далекие достаточно. Слушайте, холодно. Я думаю, мне прям получится здесь какое-то время провести. А, вдохновение. Ничего. Ищем. Ищем. Есть, присутствует, пробивается сквозь толщу льда. Мерный привет. Да, ну вот смотрю срез интересов. Он, в принципе, такой. Всегда одинаковый практически. Вот. Что не может не радовать? Стабильность. Как без любви прожить? Да никак. Надо как-то ее в себе культивировать, что-то делать. А иногда от нее очень даже и совсем неплохо отдохнуть. Очень даже полезно, кстати. Очень. Иногда необходимо просто. Это неправда. Я всегда, когда могу, обязательно фотографируюсь, когда опаздываю куда-нибудь на поезд или еще. Это, наверное, не происходит. Я думаю, что вам все-таки хватает доли рациональности, чтобы понять какой-то момент. Милане, Алине, привет. Отдыхаю, но так тоскливо без любви. Ну, я не знаю, выйдите из зоны какой-то вот этой вот пресловутого комфорта. Не знаю, выйдите на улицу, знакомьтесь с людьми. Я не знаю, случайно, с прохожими. Тоже интересно иногда. Новокузнецк. Привет. Не знаю, я не доктор, не профессор и не какой-то там, знаете, советчик, чтобы на любой случай жизни дать совет. Нет. Советы не очень люблю давать. Потому что не очень люблю, когда мне их дают без спроса. Вот. Холодно, я, кстати, вот уже домой двигаюсь понемногу. Передайте привет Наталье. Так, да, пожалуйста. Ну да, надеемся. Да, помню, как катался на льду в Вильнюсе, конечно. Самочувствие нормальное. Что вокруг, что вокруг, а вокруг вот что. Вот, ну ладно, дальше это уже такие просторы личного. Пойду я домой. И вам.
хорошее настроение. А я сегодня на репетицию и Крокус. Увидимся.